Теплым вечером погожим, сентября в конце, я с улыбкой наружу, с мыслью на лице, шелумытый не пьяный, в драповом пальто, лишь толпы тупых ебла, москвичи его. Я смотрел поверх макушек, на луны увал, ведь сограждан был мне скучен, в смысле заебал. Они бежали рысью, в куртках и плащах, озабоченных, на серьезных щах. Но я в каких-то мыслях полз, как краб по дну, вдруг увидел бабу, в смысле женщину одну. Сердцем трепетным поэта я почуял, вот, я теперь люблю вот эту даму, не бьет. Я стряхнул с плечей понурых груз былых потерь, и подстреленная муром к даме подлетел, ей сказал: тебя люблю я, не могу дышать, можно ручку поцелую? Пьем на брудершафт, был бы конь, я слез с коня бы, взял под удила, и, наверное, снял бы шляпу, если бы была ни коня, ни шляпы, нет, извини меня. И зарплата у поэта полная хуйня, но внутри богатый очень мир мой, например. Покажу, если захочешь, я его размер. Стал расстегивать я мигом на себе пальто. Я ношу в кармане книг, сочинений том. Свой, не в чей-нибудь полез я, внутренний карман. А она сказала резко: вы, блядь, наркоман. Эксгибиционист, мудила, форменный маньяк. И по яйцам зарядила мне на хуй. Хуяк! И куда-то убежал, плакать начала. Сердце мне оставив жало, будто бы пчела, я стоял с ебалом кислым, удивлен и тих, сочиняя этот высер, в смысле этот стих, и пошел укушенный в душу, слова не сказав, я заткнул руками уши и закрыл глаза, и не стало этой дамы, и вообще людей, смысла не было ни грамма в этой хуете. Хорошо.